Привет, ребят, с вами Илья, и это наше видео по игрушке Fortnite для мобильных телефонов. И сегодня будет немного информации об обнове, плюс анонсируем стрим. Поехали! В общем, я думаю, все уже чекнули новую обновочку игрушки, и здесь добавили весьма интересный элемент, а именно тележку, на которой вы можете разъезжать со своими друзьями. И сразу у меня к вам вопрос. Вообще, хоть кто-нибудь нашел эту гребаную тележку в игре? Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, если нашли, и можете даже написать мне в ВК, как вы это сделали и где именно она находится. Вообще, я слышал, что она должна быть возле магазинов, но при этом я искал и никак не мог ее найти. То ли меня уже кто-то опережал, то ли я что-то делаю не так. Короче, ребят, кто знает, напишите об этом в комментариях, я буду это делать чекать и буду весьма вам признателен. Короче, по идее, эту тему можно найти и так вот круто покататься и поугарать, поэтому обновы точно заслуживают внимания. Если давно игру не запускали, то давайте обновляйтесь и попробуйте, потому что в мобильной версии все это уже добавили. Также еще, по идее, подтянули оптимизацию, игра стала чуточку круче работать, и при этом еще добавили в мобильной версии голосовой чат, что тоже весьма круто. На самом деле, мобильная версия от ПК-версии уже практически ничем не отличается, и за это большой респект разработчикам. Также у меня есть еще один небольшой вопрос по оптимизации, и, пожалуйста, напишите, как у вас идет игрушка, особенно меня интересует iPhone SE, потому что на примере него мы уже будем делать выводы касаемо Android-устройств. Ну а так, есть еще небольшая идея провести стрим на днях, это случится, скорее всего, завтра и ориентировочно в 16:00 по Москве, поэтому загляните на канал, и всех буду ждать в прямом эфире. Ну а так, жмите Лукаса, обязательно подписывайтесь и нажмите на колокольчик, чтобы всегда быть в теме всех новиночек. Ну и будем прощаться, до скорых встреч и пока.